Спасибо вам большое. Вы такие смелые и сильные, что в такую ненастную погоду добрались до нас. Большое-большое спасибо заранее. Но мы пока еще настраиваемся, так как коллектив электрический, как вы успели заметить. Поэтому нам необходимо время на это. Да. Вот мне подсказывают, что меня не видно из бара, приходится вот так вот сделать, вот так вот, чтобы... Там никто не бухает. Для людей из бара специально выходит Лёша на середину. Люди выходят из тени или из тени. Я думаю, что мы не будем сильно настраиваться, а вы расстраиваться. Начнем сразу же. Группа «Когор палача», город Черноголовка. Thank you.
Там не слишком громко. Можно быть тихо. Еще разок. Очень плохо слышно. Мы вас не слышим. Так, давайте сейчас подстроимся чуть-чуть. Погода, струны тянутся. Мы второй раз на этой сцене выступаем, и второй раз вот такая прекрасная погода. Все за нас, и все для нас, и все для вас. Thank you.
палачам на сцене, город Черноголовка. И спасибо за теплый прием. И еще раз спасибо вам за то, что не побоялись этого дождя. Thank you.
Очень жаркий ваш прием, что аж пот течет со лба. Несмотря на эту погоду. Как называется группа, которая на сцене? Прекрасно, прекрасно. Наступит то, о чем поется в этой песне. Thank you.
Сейчас прозвучит песня специально для моего дружбана Сереги Григорьева. Специально для тебя, по заказу. Мы по заказу не играем, но сегодня исключение. Так что, Сергей, давай-ка вот сюда вот и пей песню. Так, пой песню. Пей песню, да.